Немножечко, ну, уголочек согнуть, потому что очень близко резинка прижимается, дверь потом не закроешь плотно. Оказывается, механика, по-моему, еще легче, чем делать, чем вот эти двери. Механик там токарь выточил, нарисовал, и чертеж он выточил, установил. А здесь, по-моему, сложнее. Вот эту раму, говорю, 2 дня делал. Теперь амортизатор вот второй день делал. Но не получается у меня полностью в день работать. Отвлекается. Отвлекания какие-то. То туда, то сюда. То в больницу, то... О, так. Ну все, ребят. Я живой. Так что будем дальше делать. Спасибо еще раз за помощь. Петр с Москвы, большое спасибо. Так что настраиваюсь потихоньку. Как сделаю, приезжай. Да все, кому не лень, приезжайте. Всех покатаю. Бесплатно. Так что вот такие дела. Мне самому, я вот ездил когда на вездеходах, на своих, одному как-то неинтересно кататься. Вообще неинтересно. Когда кого катаешь, как-то типа того удивляющего. А один это, наверное, ездит только с кряги. Так. Все, ребят, пока, то я не загружу, тут уж, наверное, минут 20. Всем хорошего настроения еще раз, железного здоровья. Пока.